Участковый был на пляже, делал плановый обход, охранял от драк, от кражи отдыхающий народ. Пропотевшая рубашка вертит солнце жернова, разопрела под фуражкой от жарищи голова. На подставке от скульптуры видит девушку шестом, без купальника в натуре, абсолютно нагишом. Он представился привычно и сказал: сойдите вниз, быть раздетой неприлично, прекратите сей стриптиз. Бесполезно речь звучала, были доводы не те. Стриптизерша хохотала и крутилась на шесте. Сел в тенечек, отдышался, стало легче, а потом смотрит: фу ты, обознался, это ж девушка с веслом. La 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 la